Всем привет, ребят. Ну что, пока ждем обновления на Тайване, так оно что-то не выходит. Хотя было написано, что на протяжении 4 часов, по идее, должно было бы уже запуститься. В общем, поехали посмотрим, что у нас есть по серваках интересного. Есть неплохое сегодня накопление на английском. Так, Creation Machine. Это что такое? Ого, нифига себе. Что-то новое, прикольное. Creation Machine. Player can create the first reward for free. This reward is possible. Так, ну одна попытка бесплатно. А следующая за 1400 гему. В общем, вот так вот оно все выглядит. А что здесь есть интересного? Сундуки. Так, а ну-ка давайте roll. The reward is randomly selected for basic rewards. Так, одна из попыток. Рандомно. Ну, такое, короче. Короче, за 1400 вам дают следующую попытку. Что по плюхам интересного есть? Сундуки. 166. А, это числа или что? Это количество пакетов, которые остались. Лис, да, смотрите, то есть тут количество чего осталось за такими-то числами, экстра creation, а вот такое, для донатов, но с беспадки можно тоже какую-то халявную плюху вытащить, довольно-таки крутая, интересная акция, новая, интересно, четвертые карты есть, гемы есть, расходники, ну вот лис, мастер есть, найм камешки тоже есть. Так, 1 плюс 1, спринт пак. За вход тут больше ничего такого интересного нет. Дискаунт. Дискаунт у нас. Ракушка. Тоже интересная тема. А, был уже такой у нас дискаунт. Так, тут ничего. И пак, о котором я говорил. Пак накопления для тех, кто только начинает, либо не потратил все попытки. Вот за 1400 можно, смотрите, словить Мэри, словить Барда сразу со скином и получить Артику, Некроса и Вольта, Трейдакона, плюс Розу, плюс 10 еще коинов, за которые можно потом получить те же самые там мешки лисицы, кому надо осколки в дискаунте. Вот они есть. Ну, я считаю, очень круто. Очень кайфовое предложение. Ну, вот эта вот акция довольно довольно-таки неплохая машина. Creation Machine. Создание, не знаю. Новая машина, короче, у нас появилась в Castle Clash. Ну, пока есть только здесь. Не знаю, сейчас глянем. Давайте чекнем еще раз. Тайвань. Объявилась? Нет. И будем ждать уже обновления. Такс. Поехали, глянем, что у нас на Нинке интересного есть. Так, фонарики все так же. Да. Еще через 3 часа аж смогу забрать. Так, это что у нас такое? Непонятное. Здесь у нас сегодня только молотки. Даже не X2, а просто молотки. Так, у нас места не хватает на вход. Потом заберу. Так, что по базар-маркету есть интересного. Вчера я показывал, здесь поменяли паки. Довольно-таки неплохие паки. Со скинами, считайте, здесь скины в основном падают. Ну, за 5к тоже пак неплохой. Все остальное, в принципе, как и было. Поехали. Чекнем, что на русском сервере. Я заходил на русский. Там хватайка есть. Сейчас попробуем оттуда что-то забрать.
Так, хватайка. А, хватайки я же забрал. Я вытащил 10 жетонов, забрал сундучки. Ну, хватайка такая же, как и была. Она была, ее, кстати, вот, кто не видел, она была один раз. Ее, короче, убрали тупо ночью. И сейчас вот опять добавили обновленная хватайка. Ну, такое. Так, магазин скидок. Ну, на русском магазин скидок против английского сервера ни о чем. Парящий остров опять открылся. Подарки. Древко на русском есть. Что тут в древке интересного? Ну, все то же самое. Ничего особо не поменяли. Ничего такого прям мега вау интересного я пока не наблюдаю. Вот так вот. Забрал я сундучки. Поехали их пооткрываем. Места у нас, конечно, не ахти. Фига себе, у меня тут сундуков накопилось. Сколько я всего не открывал. Ну, поехали пооткрываем. Посмотрим хотя бы, что у нас выпадет интересного. Ну, по расходникам довольно-таки неплохо. Книг нападало для прокачки. Ой, отлично. Можно кому-то теперь вкачать. Ну, 1300 книг, конечно, особо я с прорывом не разгонюсь, но все равно довольно-таки неплохо. По кристаллам можно кого-то на 20-й прорыв поднять. Так, поехали еще Тайвань чекнем. Не, еще так и не запустилось. Ну, что я могу сказать, вот эта вот акция довольно-таки интересная. Ну, сейчас зайдем еще на один аккаунт. Попробуем с основного аккаунта залететь, посмотрим, какие плюхи. Я так понял, нижнее это количество итемов. Ну, в любом случае, это на халяву дается. Возможность получить эту плюшку. А, нет, видите, здесь 10-4. Как-то странно меняется все. И created one blessed tome. Ага, это кто сколько чего вытащил. Все, я понял. Сколько человек? 400. Это счастливчики, которые нежные, кто что получил. Вот так вот оно. Ну, еще раз правила почитаем. Рандомно выбирается любая награда. Так, will copy band to the server price rise pool. В общем, будет добавляться эти награды. Ну, что я могу сказать? 23 часа довольно-таки неплохо. А, как мне, это влияет на количество наград. Интересно. Довольно-таки интересная акция. Ну, скажем так, нестандартная что-то. Но, опять же, она в большей степени для доната, нежели для бездона. Но вот эти вот Fast Crash and Create Random Reward Below. Это те награды, которые можно получить. А вот экстра награды. Вот это те, которые вы можете, а вот это экстра creation, это которые за донат. Вот так вот. То есть максимум, на что вы можете рассчитывать, это на одну плюшку с вот этих, либо же за донат на одну плюшку с вот этих. Вот так вот. Ну, что могу сказать? Что-то новое, интересное. Посмотрим, будет ли это на других серваках. Ну, это однозначно халява. Есть халявная попытка. И пропускать, я думаю, тоже не стоит. Ну, кому как повезет. Кто-то получит. Я получил, видели один на одном аккаунте, это на втором книге. Ну, все равно довольно-таки неплохо. 100 книг для бездона, я считаю, очень круто. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.